культурные люди живут. Здесь все... А если бы ты был бы культурный, ты бы не был с такими грязными ногами ходят и с такими ногтями. В шляпе. Катаются ты на конях. Ты показываешь, как будто ты деревенский дурак. А ты как пискаревка. Я, где Надя, вот такие ходят, вот такие мутанты. В коридоре. Я говорю, Надя, вам, наверное, все слышно. Говорю, у меня дочка все воюет с этим сыном. Говорю, он не хочет работать. Так давай ехали. Будем регистрироваться, пускай ищут. Пускай голову ломают. Куда же меня пристроить? Если у тебя нету желания, если у тебя нету желания, у тебя какое желание? Получится. Это центр занятости, это их обязанность. У тебя нету найти работы. У тебя ты не хочешь работать, самое страшное это. Самое пускай, страшное, что ты не хочешь ищут работать. Пускай ищут. У тебя нету желания работать. Это... Тебе хочется это... врага валять, как понимаешь? Это нужно, государство обязано искать. А ты обязан на себя работать? Нет. Да? Не на тебя не должны работать. Работа это привилегия. Кто хочет, тот работает. Все. Тогда и нехер брать вот это. Понял? Ты это не заработал. И не бери это. Да? Кто хочет, тот и работает. Кто не работает, тот не ест. Знаешь что? Да, с вами нечем да болтать. Нечем. Если ты говоришь про Бога, Бог бы тебя бы не одобрил бы. Пустой разговор.